Девочки, если на чистоту про отношения с женатым мужчиной, всякие в жизни бывают ситуации, но я вам так скажу такую вещь. Очень низкий процент мужчин, которые уходят из семьи. И зачастую большинство уходит потому что жена собрала чемодан и сказала: отваливай к любовнице, потому что ему идти некуда, он идет к любовнице. Там даже речь не про любовь и про какие-то теплые отношения, а потому что жена сказала: до свидания. Очень маленький процент мужчин решается изменить свою жизнь и уйти к женщине, с которой он в отношениях. Даже там про любовь не говорю, потому что очень много там замешано на сексе, например. Все бывает. Но сейчас говорю о том, что нужно все за и против взвесить и понять для себя, а готов ли я ждать, сколько времени я готова ждать, потому что у меня в отношениях девчонки состоят в браке. Один год – это минимум год, 3 года, 5 лет, 7, 15 лет, девочки, 15 лет, девочки. И 35 лет у меня перед глазами. Понятно, все ясно. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Вы просто представьте тут идиому, ребята, вот девочка спит с мужиком 15 лет, женатым, и она при этом еще девочка, ребята. Куда ж он ее порит-то, что она все время девочка, то есть я не пойму. Может, она только руками пользуется, как бы, но он ее отверстие не использует, как бы. Ну как она может спать годами, десятилетиями, быть при этом девочки мои многоуважаемые, пожалуйста, ответьте мне в комментариях. Я знаю, что у нас 5% женщин смотрит, как бы это, ребят, ну, там у нас немало подписчиков на канале, как бы это там почти 100 тысяч уже скоро будет, да, там, через месяц-полтора. Вот, 5% из этого, это немало, да, там 5-6 миллионов просмотров в месяц у нас на канале, то есть это дохрена женщин смотрит. Вот не поленитесь, напишите просто в комментариях, как вы, умудряясь с разработанными всеми дырочками, абсолютно всеми причем, да, вот, там, ну, примерно вот так вот, это сейчас не оскорбление, ни в коем случае, просто констатация фактов, да, причем десятки, сотни раз разработанными уже, да, и оставаться девочками. Откройте мне этот секрет, пожалуйста, ребята. Вы же понимаете, я могу лечить людей, я могу им восстанавливать девственность даже без хирургического вмешательства, если я буду иметь эти знания. Поделитесь, пожалуйста, своими знаниями в комментариях.